один кушает, а второй еще не идет. А, так они и сами подходят, видишь, кушают. Почему она отпихивает? Он не дает есть, смотри. Он, наверное, один подходит, а двоих сразу не подпускает, хотя обычно, да, подпускает. Видишь, выкинула, не дает ему есть. Ты зачем его обижаешь? Точно ты его обижаешь? Не пускает, не принимает. Ой. Видишь, что творит? Не дает есть ему. Не дает есть. Одному дает подойти, да. А другому не, да? Какому не дает? Вот этому? Маленькому вот этому не дает. Держи, подержи ее чуть-чуть. Чтобы она стоя, наверное, была. Нет? Вот так приходится кормить. А сколько им надо же, наверное, недельку, наверное, да? Да, вот только родились маленькие. И вот так приходится овцу держать, чтобы один поел, потому что одного не пускает. Только-только родила, вот еще вся грязная, отсадили ее с малышами. Да. Главное, да. Первый день же, да, и самое такое. Ну да, потом уже, сейчас поедем за козой, прямо сейчас. Нашли дойную козу, вот, потому что жалко, как бы, если ягнята погибнут, у нас два уже погибли. Ну, в принципе, всего два за все время. Вот. А сюда приходится приходить практически каждые полтора часа. И вот так вот ее переворачивать, чтобы вот этот малыш поел. Ну, им сколько надо? Неделю, наверное, да? Так... Да. Чтобы они уже, ну, чтобы они чуть-чуть прямо окрепли. Потому что я смотрю, те в сарае такие уже крепыши, и мы мама-то, они уже в стадии хорошо бегают, да? Ну, сейчас в сарае мы покажем овечек. Вот это вот родила ночью, вот она, одного не принимает. Второй кушает нормально, этот голодный. А у нее молозиво, им надо обязательно... Обязательно, как бы, поесть молозиво. Приходится вот так переворачивать и держать, потому что... Если поставить ее и держать стоя, она как бы на передние лапы ложится. И ягнятам не достать, как бы, да, вымени. Вот. Ну, я вижу, что они мерзнут. Вот такие вот заботы сельские. О. Он вообще крохотный. Вообще крохотный. На видео... Выглядит вроде это, а да, живой вообще. Две ладошки. Вот они, ладошка. Угу. Совсем маленькие. Ну, сейчас молока попьют и окрепнут. На ночь домой заберем. Снова овцы-то будут жить в туалете. Иди кушай. Пока туалет у нас там не достроен. Молока и молока много, молоко есть. Тихо-тихо, лежи, маленькая. Лежать. Кушать хотел. Я даже не смотрел, кто здесь, девочка, мальчик. Вот как. Иди, иди, кушай. А вот эту вторую подпускает, нормально. А это подпускает, да? Может, он наелся? Да, они там 5 грамм едят. Молоко жирное у них, он какое. Mm-hmm. Желтое еще. Это, в принципе, молозиво. Крошечное. Ой, смотри, он там опять потерялся. Теряется. Сейчас козу привезем сегодня.
И уже буду их подкармливать из бутылочки. Коровье молоко, конечно, им не идет. Начинают поносить. Главное довесить, чтобы дожили, не замерзли, да? Да. То он что-то дрожит. Такой маленький. Да, маленький. Слушай, ну здесь вообще сухо. Тихо, тихо, тихо. Здесь сухо. Они сухие сами. Тихо, тихо, тихо. Они часто подходят к вымени. Им часто надо есть. Кушай, кушай. Разговаривают что-то, да? Да, что-то по-своему там общаются. Эх вы, вот какие, покажи. Угу. Маленькие. Маленькие совсем. Такие пятачки. Слышали? Угу. Хорошие, красивые. Давай, водички хочешь, наверное. Маме, наверное, зовет. Смотри, смотри, видишь? Видишь, не пускает. Угу. Ну что ж ты, будь ты матерью, то что ж такое-то ты его? Может генетическое, что молока мало и откидывает. Такое тоже может быть. Вполне. Ну что, послабее, да? Да. Откидывает, чтобы один выжил. Чтобы один выжил. Вообще она первый раз как бы катится. А, ну может. Да. Ну хотя видишь, она его нюхает все. Катиться первый раз, поэтому так, еще неопытная мама. Ну пока здесь посидите, ребята, ничего. Пойдем посмотрим остальных. Здесь уже побои. А, вот, которые родились, смотри, какие они уже шустрики. Вот эти беленькие, а черненькие туда, а вон черненькие побежали. А вон еще одна. Иди, иди. Вон белые какие. Такие бока наелись. Бока наели крупные. Я их хорошо кормил. Угу. Я думаю, что я их отдельно посажу. Смотри, они какие еще чистенькие вообще прям, да? Их мама не кормит. Пошли ведро там долбить. Бяша, 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 бяша. Бяша, бяша, бяша. Бяша, бяша. Они видят меня и боятся выходить. Они тебя не знают. Они сейчас как забегут и меня собьют. Вот пугливые какие. Как зайчики пугливые. А, вот эта должна родить, которая последняя. Такой, наверное, ну, тройня там, наверное. Тройня, тройня. Она вообще там. Вон там, да, которая стоит? Вот она, рогатая. Да, да, да. У нее тройня. Просто тоже. Ну, вот семь. Если будет 10 ягнят, то у нас еще раз, два, три, четыре, пять, шесть. Там седьмая овца, 17 овец будет. А мы покупали даже... мы 14. Да. То есть три плюсом. Учитывая то, что мы еще продавали, мы не едим уже полгода мясо. Да, мы полгода едим мясо свое и как бы и продавали, еще много продали, да? Угу. Так что хорошее возобновление идет. Очень выгодно. Очень выгодно. Мы тем более никакими стимуляторами их ничем не колем.
только противоглистные препараты, поэтому, ну и, конечно, весной придется сделать обработку против клещей. А так, в принципе, и все. То есть, как бы, мясо чистое. Да. Может быть, они не очень крупные, но, честно говоря, настолько, как бы, мясо хорошего качества очень. Вот. Сейчас принесу еще сено, туда положу в уголок. Потому что мелких не пускают. А вы любопытный, да? Это не вдвоем прям держатся вот эти. Эти, да, так они же родственники. Mm-hmm. Для себя. Туда-сюда носит. Бяш. Эту матку будем резать. Вот эту. Угу. Совсем тупая бестолочь. Ну и малыша она уже не кормит. Эти два белых, вот тех, вот ягненка, это ее. Их придется отсадить и уже кормить отдельно. А коза у нас сидит в карцере. Покажи ее. Мне туда не дойти. Света. Вот здесь коза. Потому что она бунтарка и всех это, да? Будоражит все это. Она всех будоражит, она носится, и плюс она еще этим рогом бодается. Одним. Стало опаснее, чем когда была с двумя. Рот так и не упал. Скоро родит, да? Он тоже. Скоро шел. Родит, да. Так, привезли ее тощую, помнишь? И сейчас просто она в два раза больше стала. В два раза больше стала. Шикарная, вся такая чистая. Королевна здесь. Ну и одной лучше. Сено, вода, больше ничего не надо. Родит. Нет, так на мясо пойдет. Все, цвет, пока. Так. Так, водички надо. Yeah.